Открытие творческого вернисажа Академии 100 плакатов замечательных мастеров-художников Польской академии в Катовице прошло в выставочном зале, как событие, которого ждали. Гостей на празднике оказалось немало. Каждый из них стремился открыть душу искусству и понять, что же важного хотели донести до публики художники. Мы являемся участниками выставки, а я еще ее куратор. Здесь собраны лучшие работы мастеров Академии за 30 лет. Кроме того, здесь можно увидеть работы и лучших выпускников, сегодня известных художников Польши. Академия 100 плакатов – это своего рода ретроспектива, путешествие в прошлое. Она представляет публике художников, тренды в палитре, настроение в обществе. Это и делает вернисаж более чувственным, эмоциональным, что, в свою очередь, хорошее подтверждение тому, что плакат – не просто лист с призывом или афиша. Это рупор мнений, взглядов, интересов. Плакат – это, конечно же, искусство, но не только художественное. Это еще и искусство коммуникации. Это своеобразное открытие души художника публике. Открыть для себя мир красок и форм может любой желающий. Выставка Академии 100 плакатов пробудет в выставочном зале на Советской до 24 июня.